11 февраля в зале Ильского дома культуры прошел районный конкурс художественного творчества военно-патриотической направленности «Хотим под мирным небом жить». Конкурс проводился в нескольких номинациях – художественное слово, хореография, вокал, изобразительное искусство. Участники выступили с танцевальными и вокальными номерами, стихотворениями, а в холле Дома культуры развернули настоящую картинную выставку. В конкурсе приняли участие 238 человек из 8 городских и сельских поселений муниципалитета.